нас сегодня два. Начнем. Нет, начнем с девочек. Хорошо? Оденься. Как тебя зовут? Настя. Настя. Фамилия? Швыдкая. Швыдкая. Сколько тебе лет? 10. А будет? 11. Когда? 11 сентября. Сентября. В каком ты классе? В пятом. Сколько ты у нас играешь? 5 лет. 5 лет. И все 5 лет хорошо играют? Да. Как? С самого начала хорошо? Всех обыгрывала с самого начала? Да? Ты размялась? Да. Готова? Да. Давай ракетку становись, будем бегать. Длинный, а вот подходя к мячу, он не может вот такими шагами подходить. Он должен подобрать что-то, хотя бы что-то, что он сможет, исходя из той скорости, которая есть. Итак. Внимание. Мне кажется, нормально, там где-то нужно только голову не вниз, а вперед. Скажем так, говоришь, руки маешь вещи, что-то есть. Ну а теперь наш короткий отрезок, который самый главный. Вот, мячик дай, пожалуйста, вот. Так, а тебе ракетку лови. Вот, вот этот мячик нужно достать. Это укороченный, вот он уже падает. Его нужно достать. Внимание. Ты левша? Левша. Возьми правую руку. Не надо держаться. Это уже так. Внимание. Хорошо. Так. Ну, финальное усилие было. Все нормально. Так. Хороший прыжок, хороший, еще, еще, еще лучше. Лед смотрим, как она летит, свободу. Нормально, хорошо, становись так и назад. Так, еще раз. Назад она прыгает, по-моему, лучше всех. Еще раз. Нормально. Хорошо. Возьми мячик, разомни руку. Все, мячи. Парень. Понятно, координация движений чистая.
99 человек. Давай еще. Этого нет. Ну давай еще пару раз просто. Почти в момент броска должна. Да, правильно. Ну. Так, еще. Так, ну ничего, лучше. Так. Она целится. Вместо того, чтобы целиться левым плечом, то есть поворачивать там или рукой, она целится ракетой. И начинается отсюда удар. Старая ошибка, о которой я говорю, отсюда должно быть две фазы. Первая фаза замах, вторая фаза удар. Останавливается ли на замахе ракетка или нет, неважно. Я считаю, мое мнение, лучше не останавливаться, но замедляя, включается. А у нас получается отсюда, с прицел, и, конечно, мяч же уже подлетает, какой там замах, нужно ударить, и мы отсюда бьем. Ну и что мы делаем? 20 раз, 30 раз, над этим надо работать. Главное все-таки удар, точка удара.
у нее есть вот это есть у нее. Это хорошо, что у нее это есть. Поняла, да? А ну давай. Да, ничего, ничего, хорошо. Еще. Да. Зачем ты эти подсечки делаешь? Это можно один раз за сет сделать, а ты уже за 10 ударов 5 подсечек сделал. У нас этого нет. Это не резанный удар, это именно подсечка. Резанный удар — это когда ты идешь, вперед там и так далее. А ты берешь, подсекаешь. Но убрать надо. Хорошо. Нравится, и это нужно набивать. Нужно убрать замах, сделать проще, спокойнее, в двух фазах замах. А вот это она делает хорошо. Вот это она бьет по мячу. Еще. Да. Смотри, что происходит. Она при замахе держишь. Обязательно вот так вот ставить ракету. Опять вот это архитектурное излишество, которое никому не надо. Вот есть, так же она и должна отводить. Она ставит так, прицеливается, и потом уже отводит. Смотри, вот у тебя есть ракета. Вот ты ее держи. Держи, держи, держишь. Направо держи. Что ты делаешь? Не-не, а что ты делаешь? О, а что за... А зачем ты это сделал? Не знаешь? Ну, это не нужно. Ты просто развернула плечи и все.
знаю, что там, как вы занимаетесь физкультурой, в этом смысле все нормально. Вот эти технические, ну скажем так, излишества архитектурные, как я говорю, ну не нужно это. Нужно потихоньку убрать. Это трудно, она же уже привыкла, это уже автоматически идет. И справа, и слева это нужно убрать. А так, в принципе, я обратил внимание на нее еще до этого. С ней нужно заниматься. Девочка двигающаяся, ударяющая. Мяч летит быстро, значит, нужно работать. Давай, Света, ты умеешь? Да. Давай. Убери мячик, убери мячик. Так, покажи удары, Света. Отойди назад, отойди сюда, 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 на комфорт. Вот отсюда. Не надо идти вперед, отсюда это стоя поиграть. Девочка старательная, это очень видно, даже больше, чем надо, может старательная, то есть расслабить ее нужно здесь. Но, когда ты играешь справа, нельзя отваливать ракетку и потом ее пускать. Как ты держишь крепко, так ее нужно и подставлять. Значит, так и подставлять, а не вот так. Да, ее ни в коем случае нельзя. Вот, держишь, подставляй подальше. Ну попробуй. Право. Сыграла вот так. А ты вот должна есть. Вот есть тут ракетка? Низкий мяч. Как сыграть? Низкий. О! Только не вот так. А смотри, кстати. А вот так. Брось сюда. Низкий. Низкий. Хорошо, молодец, она понимает, все нормально, еще. А, сейчас немножко опустила головку ракеты. Ближе к сетке. Так, пожестче немножко. Thank you.
усредненно, очень прилично. Стоп. Вот смотрите, вот это еще же не то. Вот сначала ее движение. Вот и правильно, так же ты начинаешь. А зачем? Ты что, хочешь шнурок поправить? Нет. Значит, у тебя где была ракета? Где основная стойка? Вот. Правильно? Все будет. Не надо выпрямлять. Не надо выпрямлять. Все будет. Вот такая у тебя стойка. Да? Вот так и начинай. Вверх. Да, это другая уже координация движений. Так. Ну, в общем и целом нормальный рисунок. Не-не-не-не, только что мы говорили, ты не вы... Ничего не надо натягивать. Ты стоишь вот легко, вот стоишь. Раз, шлеп, раз, шлеп, и все. Стоп. А это уже как в деревне подбрасывать. И-хе-баба. Аж пик яблоня. Зачем? Свободно, я повторяю. Раз, два. Опять-таки две фазы. Замах, шлеп куда. Замах, шлеп куда. А все остальное потом. Так. Ничего, нормальное движение. Так, смеш. Подачи отсюда. Мэш это уже. Для этого нужно поднять ракетку и приготовиться только бить. Никаких движений здесь делать не надо. Подготовиться и бить. Понятно, да? А ну проимитируй. Подготовься и бить. Теперь только подготовься. И шли. И ракетку. Ты за собой, ты впереди себя, за собой. Стоп. Если мяч летит такой свечка, ты что должна сделать? Отойти, правильно. Ну так, а ты стоишь. Так. Не смотришь на мяч. Смотри на мяч. Еще раз, смотри. Сейчас, стоп. Ты должна... Вот стоит. Увидела, что вернее, вот, уже свет. Увидела, что летит вот сюда поднято. И отсюда ударит. А ударить это значит просто. А ты что-то еще хочешь сделать? Нет. Просто чуть-чуть сюда. Чуть-чуть на меня, чуть-чуть. Без прыжка. Вот и все. Отсюда ты только бьешь и все. Я ничего не делаю, я только бросаю ракетку вперед на мяч. А нет, а ты показала мне сейчас совсем другое. А ты, да, ты мне показала. Вот раз, и вот два. А тебе вот сюда сделать, сюда. Только вперед самое главное. Не думай, что ты там сзади должна делать какое-то движение. Вперед. Забыла ударить еще раз. Thank you.
делает движение, удара над головой, движение подачи. Это абсолютно неправильно. Тут большая ошибка. Девочка нормальная, материал приличный, хороший. Нужно работать, ноги хорошие, координация движений нормальная. По отскокам все приблизительно нормально. Не надо вот эти перевороты, ракеты и так далее и тому подобное. Подача есть, смеш нет. Удары с лёта есть. Удары с лёта нужно набивать. Там практически все нормально. Смеш переделать полностью. Но это самое легкое, кстати. Самое легкое. Все, пока. Работай. Будем смотреть тебя. Молодец. Давай. Следующий мальчик.